Но в этом точно нельзя. Пока есть свободное время, она отправляется за покупками. Шахматистка Виктория Тарасова в модном бутике из-за новых правил. Европейский шахматный союз ввел жесткий дресс-код для спортсменов. Нельзя короткие юбки очень, там открытое сильно платье. А в остальном, мне кажется, кому как удобно. У нас более интеллектуальный вид спорта, поэтому нас раздевать это уже не то. О необходимости введения дресс-кода в шахматном мире заговорили давно. Начиная с этого года, спортсмен должен выглядеть опрятно, не вызывающе и носить отглаженную одежду. В противном случае шахматиста просто не допустят к турниру. Я откровенно вам скажу, что дресс-код надо было вводить гораздо раньше. Почему? Потому что достаточно неприятно наблюдать спортсменов, участников соревнований, которые приходят на шахматную партию, предположим, в шортах или в сланцах. Я думаю, что это недопустимо, конечно же. Современный спорт – это частичка шоу. На многих турнирах, особенно где за доской сходятся мужчины и женщины, слава и пол особое внимание уделяет своему наряду. Откровенное декольте, яркая помада, стойкий аромат духов. Все это может вывести соперника из равновесия. Но даже этот факт – не повод запрещать носить удобную одежду, считают многие спортсмены. Каждый шахматист, прежде всего, он не на работе находится, а он просто творит за доской. И ему будет, например, не очень приятно, если одежда его как бы будет очень стеснять. И поэтому он будет стесняться и в своих там мыслях и движениях, потому что одежда очень сказывается на мышлении очень. Многие шахматистки уже давно пытаются доказать, они не только умные, но и красивые. В ход идут фотосессии в откровенных нарядах. Любой девушке всегда хочется выглядеть привлекательно. Именно это и послужило толчком для введения дресс-кода. Шахматным чиновникам не понравилось, что спортсменки привлекают внимание к спорту таким образом. Павел Фитилев, Олег Буланов. Новости Телеобъектив.